Люберецкая школа тяжелой атлетики отмечает свой юбилей. 55 лет назад секцию открыл мировой рекордсмен в жиме в троеборье Наум Хатинский. С тех пор ее выпускниками стали более сотни именитых спортсменов, чьи имена славят городской округ. Праздник спортсмены отметили показательными выступлениями и встречей с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. Тяжелая атлетика – путь к силе физической и духовной. Именно поэтому 8-летнего Юру отдали в этот спорт. Юный атлет за год занятий стал образцом воспитания и уже успел показать первые результаты. Мальчика двигает мечта – стать чемпионом России. У меня есть две награды. В этой школе я выиграл первое и второе место медали и две грамоты. А в Москве на соревнованиях, жаль, я ничего не выиграл. Я хочу быть сильным. Мне этот вид спорта очень нравится. Спортивный зал Люберецкого ДК принял первых воспитанников в далеком 64-м. С тех пор он стал настоящей кузницей кадров для профессионалов тяжелой атлетики. За 55 лет более 100 выпускников мастеров спорта, мировых рекордсменов и чемпионов различного уровня. Старший тренер школы, мастер спорта СССР Сергей Щеберин и сам начинал свой путь в этих стенах. Тяжелая атлетика – это великолепный вид спорта, который совмещает в себя силу воли, жесткость характера и волю к победе. Наш вид спорта дисциплинирует, мобилизует, чувство ответственности. Поэтому я призываю всех, кто любит спорт, приходите. Здесь тренерский состав – это наши выпускники, выпускники Академии физкультуры. У нас замечательная преемственность поколений. Сегодня в школе занимаются более 120 спортсменов от 7 лет и до самого зрелого возраста. Титулованные выпускники и те, кто сегодня проводят большую часть жизни в тяжелоатлетическом зале, отметили день рождения любимого учреждения, как и полагается спортсменам. Показали, на что способны, и пообщались с почетными гостями. Среди мировых рекордсменов и олимпийских чемпионов самая сильная женщина планеты Екатерина Каширина принесла серебро нашей стране на Олимпийских играх 2012. Сегодня она уже пятикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы. Это нелегкий спорт, это нелегкая работа, но оно того стоит. Ведь я выхожу на помост, знаю, что за меня переживают мои болельщики, близкие, и я рада, что моя работа способствует какой-то мотивации для детей. Дети приходят в этот вид спорта, чему я очень рада, так как я живу этим видом спорта. Не слушайте стереотипов, не слушайте соседей, я это все прошла. Ведите детишек, главное, чтобы дети занимались. Почетные знаки отличия за достижения в спорте получили основатели и именитые воспитанники школы. Также за заслуги атлеты получили благодарственные письма главы и совета депутатов округа. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.